Ну вот сейчас мы поговорим про биткоин. И прежде чем к нему переходить, к этой мотивации, почему именно он, и почему по BFT, и вообще какую мораль можно из этого всего вынести в конечном итоге. Но вот цель предыдущей лекции была вот совсем не в том, чтобы получить вот максимально строгий, корректно доказанный алгоритм. Мы там некоторые вещи не доказывали, мы какие-то отдельные части обосновали там, через простое пересечение кворумов. Но все-таки корректность, то есть сейфти полностью не вывели, потому что мы не рассматривали ситуации, когда у нас в сообщениях, скажем, ViewChange новый primary получал конфликтующие prepared команды из разных эпох, и должен как-то было в этой ситуации понять, что делать. Но мораль была, в общем-то, и не в этом, а в том, чтобы как бы посмотреть вообще, как византийские отказы могут влиять на дизайн системы. То есть в каких местах эти отказы мешают перенести алгоритмы из простой модели вот в эту. И что именно можно с этим сделать? Ну вот можно сделать более-менее одно и то же. Можно теперь к каждому действию своему прикладывать кворумный сертификат, который бы обосновывал другим участникам, почему это действие вообще легитимно. То есть мы должны всегда ссылаться на сообщения других участников, подписанные этими участниками. И только в этом случае мы можем сменить эпоху, реплицировать какую-то команду, отправить кому-то какой-то снапшот. То есть стандартные алгоритмы типа RAFT, там, Multipax, они, конечно, таким свойством не обладают, и вот нужно было поэтому дополнительную коммуникацию выстраивать. Сейчас мы поговорим про алгоритм, который на первый взгляд совсем не похож на PBFT, что, возможно, странно, потому что в конечном итоге решает почти такую же задачу. Что про него можно сказать в общих словах? Алгоритм придуман в 2008 году. Про него написана короткая статья некоторым неизвестным человеком. Ну, вы все эту историю, наверное, знаете, да? Что... Не совсем известно. Никто не знает, кто такой Сатоши Накамото. Ну, есть какие-то версии, но непонятно, жив ли он. Но статью он написал. Очень короткую, вот очень емкую. Там никаких лишних деталей, 8 страничек, буквально, там даже она не затехана, по-моему. Очень простая статья. Впрочем, с максимально плотной инженерной мыслью. И что интересно, в этой статье нет ни слова про распределенные системы, в классическом понимании. Там не упоминается термин консенсус, там вообще нет лексики из распределенных систем. То есть человек, он из другого мира пришел, из мира там, этих людей, которые занимаются криптографией, криптоэнтузиастов, и написал такую статью. И, возможно, он даже и не думал ни про какие консенсусы, и не знал про PBFT, это, в общем, ему нисколько не мешало. Но, тем не менее, мы этот алгоритм изучим, потому что даже несмотря на то, что Сатоши Накамото мог про консенсусы не думать и вот эту теорию всю не знать, задача, что он решал общую, фактически ту же самую. И поэтому полезно, собственно, параллели посмотреть между вот этим решением, который, на первый взгляд, про другое совсем, и тем же PBFT, и увидеть, в каких местах эти протоколы разошлись, или в каких местах можно просто аналогии прямые углядеть. А они там точно есть. В предыдущей лекции мы говорили, что реплицируем какой-то автомат, этот автомат должен быть устойчив к византийским клиентам, к их византийским командам. Здесь уместно с этого начать. То есть рассказать, что именно реплицируется и как там византийские клиенты, как система сама противостоит византийским клиентам. Потом уже как это изнутри инженерно работает. Биткоин, если вы знаете, это система платежей, электронные деньги. Мы каким-то образом собираемся в виде набора байт закодировать какую-то стоимость, что выглядит весьма сомнительно, на первый взгляд, потому что байты можно скопировать легко, получить в два раза больше. Но это не проблема на самом деле. Смотрите, в чем дело. Во-первых,
что такое деньги и почему они что-то стоят, сам по себе вопрос не слишком тривиальный. Ну, потому что если вы посмотрите на вот, там, обычную бумажную купюру, там, фиатные деньги, то они тоже, в общем, стоимости самостоятельно не имеют. И эта стоимость, она не обеспечена на самом деле никакими там драгоценными металлами. Вы не можете пойти в ЦБ и ваш там 100 рублей поменять на какую-то там золотую пыль. Нет такой опции. Тем не менее, они чего-то стоят. Но они стоят потому, что вы можете этими купюрами заплатить налоги, скажем, или просто эти купюры готовы принимать у вас в обмен на какие-то там товары и услуги. Но вот до тех пор, пока вы это можете делать, деньги имеют стоимость. Но вот ровно поэтому мы сейчас не беспокоимся о вопросе стоимости биткоинов, которые мы построим. Ну, в какой-то момент станет понятно, почему их можно так использовать, но все-таки это вопрос на втором плане. Но вот помимо того, что эти деньги электронные или настоящие можно использовать для, там, скажем, оплаты налогов, у них должно быть еще одно свойство, их должно быть сложно подделать. Ну, то есть если вы можете скопировать набор байт и получить в два раза больше денег, вот очевидно, эти наборы байт стоить ничего не будут. Но мы на самом деле и не будем пытаться кодировать наши монеты каким-то набором байт. У нас вообще не будет в биткоине физического представления для, собственно, монет или каких-то счетов. Вместо этого мы будем нашу цифровую валюту, которая даже биткоином поначалу не будет, некоторое приближение к ней, мы будем кодировать в виде набора, в виде описания движения денег, то есть в виде набора транзакций. Как деньги перемещаются от одного участника к другому. Вот у нас будет два типа транзакций. Первая транзакция, где условная Алиса отправляет условному Бобу какого-то количества монет. Вот. Но в этой транзакции непонятно, откуда же деньги появляются изначально. То есть они откуда-то у Алисы уже есть. Поэтому нам понадобится второй тип транзакций, в которой деньги печатаются. Там потребуется транзакция, которая чеканит монеты. Вот в этой транзакции нет входа, зато есть вот выход. Мы можем Алисе напечатать C монет. Вот. Не совсем понятно, кто такие транзакции выпускает. Но вот эти транзакции выпускает, видимо, сама Алиса, которая этими деньгами обладает. Вот. Ну и у нас есть, видимо, какая-то система, которая знает про такой набор транзакций. Значит, первое очевидное наблюдение. Будет плохо, если Боб выпустит такую транзакцию за Алису. Поэтому в первую очередь что мы делаем, чтобы такого не допустить? Ну вот, мы бы хотели на месте Алисы транзакцию подписать. У Алисы есть приватный публичный ключ, вот она подписывает приватным ключом свою транзакцию, и вроде бы Боб уже не может выпустить такую же. Ну вот, в этой транзакции Боб получает от Алисы C монет. Теперь Боб сам хочет эти монеты кому-то передать. Например, купить на них мороженое. Он выпустит свою транзакцию и должен как-то убедить других, что, значит, эта транзакция, она вот склеивается с этой и может потратить указанные деньги. Ну, конечно же, Боб должен подписать свою транзакцию, но вот нужно еще как-то их соединить. Как вообще можно сослаться на другую транзакцию? Вот у вас есть транзакция, которые переводят Бобу какие-то деньги. Вот Боб – получатель. Транзакция подписана Алисой. Боб выпускает свою транзакцию. Вот он должен как-то у нее обозначить вход. Ну и кому-то в какой-то магазин передать эти самые монеты. Как мы сошлемся на предыдущую транзакцию? Ну вот предлагается здесь написать хэш транзакции, к которой мы хотим приклеиться. Ну, совершенно не очевидно, что этого достаточно. Вот вообще не очевидно, потому что у нас же транзакций может быть таких много. Но, тем не менее, мы так сделаем. Вот этот вопрос, он такой очень тонкий, и пока мы на него ответить можем с трудом. Ну, можно было бы догадаться, каким образом вот эта уникальность хэшей будет достигаться. Но пока это не очень существенно. Вот эти транзакции, они склеятся. Должны склеиться. Как же какой-то третий участник,
там, Виктория, которая наблюдает за этими движениями денег, может удостовериться, что действительно такая транзакция имеет право потратить, транзакция Т' может потратить выход транзакции Т. Что мы должны на месте вот, Виктории сделать? Ну, мы должны верифицировать цифровую подпись, видимо. То есть мы знаем, что вот у нас есть транзакция Т' которая подписана Бобом, и мы хотим проверить, верно ли, что действительно подпись корректная. То есть мы знаем получателя у транзакции Т, это Боб, мы знаем публичный ключ откуда-то этого Боба, мы знаем, что транзакция Т' подписана Бобом, вот и проверяем эту подпись. Ну, есть дальше одно неудобство с такими транзакциями, которые выглядят вот так вот, такой стрелочкой. Если нам Алиса подарила две монеты, а мороженое стоит одну монету, что делать в таком случае? Как нам потратить одну монету? Ну вот, нужно сделать еще один выход и адресовать его самому себе. Сюда одну и сюда одну. Значит, у нас в системе транзакции будут в общем случае выглядеть как такой вот спрут. У них может быть несколько выходов, ну и, соответственно, несколько входов. В каждом выходе написан свой получатель, ну и какая-то сумма. То есть мы вот тратим. Здесь написано бииты, и здесь на входах написано аиты. Ну и разумно потребовать что на эти бииты и аиты? Ну, не совсем. Мы потребуем вот так вот. Ну, конечно, мы не можем потратить меньше, чем мы получили от своих входов. Но зато мы можем потратить меньше. Куда денется излишек, видно будет. Ну вот. Кажется, что в таком виде можно представить себе вот движение денег. Мы выпускаем, кто-то выпускает такие транзакции, но, видимо, это какой-то центральный банк. Мы выпускаем такие транзакции, и каждый участник может действительно проверить, что две транзакции, они склеиваются по цифровым подписям, а значит, можно соединить одну с другой. Вот, не хватает чего-то простого. Ну, то есть так, конечно, не работает ничего. И где именно ломается? Ну, допустим, вы где-то храните эти транзакции, все участники про них знают. Это сейчас не очень важно. Ну, смотрите, вот вы, Боб, вы получили деньги от Алисы. Две монеты условные. Теперь вам захотелось купить мороженое. И вы выпустили транзакцию свою. Подписали ее. И вот, значит, съели этот вход. Съели этот выход. Отправили его мороженщику. Пусть даже одна монета была. И тут вы понимаете, что вам хочется не только мороженое, еще хот-дог хочется. Ну, не беда. Вы выпускаете другую транзакцию, штрихованную, и отправляете эти же деньги в другой магазин. При этом обе транзакции, ну, вот в смысле вот этой склейки, корректные. То есть цифровая подпись правильная, деньги действительно адресованы Бобу, Боб их справедливо тратит. То есть вот здесь проверка подписи проходит, и здесь проверка подписи проходит. Упрекнуть Боба не в чем, кроме того, что он потратил одну и ту же монету дважды. Ну, очевидно, что такие деньги стоимости будут не иметь будут никакой. Что же нам помешало откатить одну из транзакций? Ну, вот в такой модели, когда мы просто вот строим такой граф и
склеиваем их друг с другом, мы такую ситуацию предотвратить не можем. Ну, то есть, вот условная Вероника, она видит эту транзакцию, ну, хорошо, принято. А кто-то другой видит другую транзакцию, считает, что она принята. Беда в том, что вот на них нет никакого порядка. И чтобы вот эту ситуацию починить, мы потребуем, ну, мы решим, что нужно все транзакции пронумеровать. Иначе говоря, просто их выложить в некоторую цепочку. Вот. Ну и некоторые из них как-то соединяются. Там транзакция Т3 приклеивается к выходу транзакции Т1. Вот. То, что получилось вот в этом мире электронных денег, называется ledger. Ну, мы бы это, конечно, лог назвали, но вот тут называется это ledger, или гроссбух. В общем, книга, в которой записаны все финансовые транзакции, которые совершаются. Соответственно, если теперь вы на месте Вероники хотите провалидировать ту или иную транзакцию, вы смотрите на этот лог и проверяете, что, во-первых, эта транзакция, ну, это, пусть эта транзакция первая, проходит проверку цифровой подписи, а во-вторых, что этот выход еще не потрачен в предыдущей транзакции. В таком подходе, вот если у вас есть такой лог, то очень легко представить, что такое баланс пользователя, что такое его счет. Это просто все непотраченные выходы транзакций, которые адресованы вам. Ну вот, это в первом приближении и будет тем автоматом, который мы собираемся реплицировать. Этот лог транзакций, эта книга. И теперь уже, ну, вы должны понимать, что клиент, который хочет выполнить ту или иную транзакцию, он может быть византийским, он может пожелать все, что угодно, но он не может потратить чужие деньги. Просто потому, что он не сможет приклеиться, потому что у него нет чужого приватного ключа. В этом смысле византийские клиенты здесь ничем никому не угрожают. Ну хорошо, осталось ответить на простой вопрос. А кто же этот лог ведет? Ладно, кому можно было бы это поручить? Ну вот да, можно взять центральный банк и сказать, вот теперь ты ведешь этот лог. Это не единственное, что он может делать. Он же может еще и выпускать вот эти самые транзакции, которые чеканят деньги, у которых нет входа никакого. Вот пусть центральный банк отвечает за ведение этого лога и за вот выпуск таких транзакций. Но он действительно же за них отвечает. Так что все разумно. Это вот одна наша зависимость. Вот мы в этой системе кому-то верим, кому-то доверяем. Вот это банк, который выполняет две эти функции. Есть еще один участник, которому мы тоже верим. Вот без него вся эта конструкция не заведется. И мы обсуждали в прошлый раз, на прошлой лекции его. Ну да, нам же еще нужно знать, что вот на месте там, Вероники, которая верифицирует эту склейку транзакций, она должна знать, что вот есть деньги, адресованные Бобу, есть транзакция, подписанная якобы Бобом, вот нужно теперь связать Боба с его публичным ключом. Вот, а эта связь, собственно, сертификат, за который отвечает удостоверяющий центр. Вот это еще одна точка доверия нашего. Ну вот, значит, получившаяся конструкция, она работоспособна, но основана на доверии. Вот то, что предлагает Сатоши Накамото, это вот это доверие заменить на криптографические доказательства. И получить систему, в которой не было бы вот такого вот центра, не было бы такой общей зависимости, а все участники были бы равноправны. Ну, если мы не хотим хранить наш лог транзакций где-то в центральном банке и скрывать его от всех остальных, ну, что нам остается? Раздать его всем. То есть он становится публичным. Беспокоит ли это нас? Ну, из соображений приватности, наверное, беспокоит. Но само по себе это не означает, что кто-то может тратить наши деньги. Просто все будут знать, сколько их у нас. Ну, неприятно, конечно, но, в общем, можно было бы пережить.
Таким образом, мы могли бы избавиться от самого банка, но от центра, удостоверяющего центра мы пока не избавились. Вот. Предлагается и от него избавиться. Каким образом? Ну, каким образом это сделано в биткоине? В биткоине нет никакого Алисы и Боба. Вот Боб — это то, что называется identity. Это публичный ключ для этой identity. Сертификат их связывает. Как избавиться от необходимости иметь сертификат и сертифицирующий центр, соответственно? Решение поражает своей простотой. А? Ну, давайте скажем, что identity — это просто тождественно понятию публичного ключа. То есть вот ваше имя, ваш адрес в системе — это вот публичный ключ. Вы сами генерируете себе эту пару и говорите, что вот когда вы хотите кому-то положить, отдать денег, вы вместо того, чтобы говорить, что вот я выпускаю транзакцию, которая передает деньги Бобу, вы говорите, что я выпускаю транзакцию, которая отправляет деньги вот такому вот товарищу. Просто ключ говорите публичный. Но на самом деле в биткоине вы говорите не ключ, а хэш от ключа. Это называется адресом. Но это такой странный адрес. Вы не можете отправить по этому адресу сообщение. Можете только деньги отправить. Но как бы это всех устраивает. Понятно ли это? Ну вот если у нас, если мы отождествили одно с другим, значит нам больше центр, удостоверяющий центр не нужен. Вот зачеркиваем и его. Таким образом, мы, конечно, приватности не достигаем, мы получаем то, что называется псевдонимом. То есть все еще можно установить, что есть какие-то участники с каким-то количеством денег, и как они между собой эти деньги передают. Но при этом нельзя сопоставить, ну, по крайней мере, элементарно внутри вот этого графа, нельзя сопоставить личности участников и там их счета. У нас просто есть абстрактный миллионер, абстрактный там, человек с одной монетой, и ну, вот они как-то там взаимодействуют. Все, что вы про это знаете. Как тогда другие участники понимают, что ключ и identity совпадают, если у нас нет доверия? Если у нас нет удостоверяющего центра, как другие участники понимают, что identity и ключ, они как бы равны? Нет, это просто вот сама организация системы. Ты говоришь, что у тебя нет никаких Алис и Боб. Когда ты отправляешь сообщение, ой, сообщение, деньги Бобу, да. Это единственное, что ты можешь отправить, ты указываешь, ну, не имя Боб, не какой-то сетевой адрес, ты его не знаешь, ты указываешь его публичный ключ. И чтобы провалидировать транзакцию, ну вот у тебя есть адресат, вот он прямо так и написан. И вот у тебя есть транзакция, подписанная якобы Бобом. Нет, тебе не нужен сертификат. Сертификат, он по определению связывает личность и публичный ключ. У тебя личность — это и есть публичный ключ. Ты именно им и представляешься. Поэтому если Алиса решит отправить тебе деньги, то она отправит деньги тебе по публичному ключу твоему. И ты можешь их потратить, потому что у тебя есть приватный ключ, и третья сторона сможет верифицировать, что эта связь, она действительно корректна. Вот и все. Вот это важные последствия имеют. Вот, вот ровно потому, что вы сейчас оторвали личность, от, ну, вы склеили эти два понятия, в вашей системе внезапно стало динамическое число участников. Ну, потому что нет никакого узла, нет никакого единого центра, который понимает, сколько же сейчас участников на самом деле. В любой момент в вашу систему может прийти новый участник, сгенерировать себе пару, публичный ключ, приватный ключ и публичным ключом представляться. Никакой центр сертификации не обладает знанием о всех участниках системы. Это интересные последствия имеет. Но до них мы сейчас доберемся. Итак, значит, у нас есть публичные ключи, они служат адресами в нашем графе транзакций. Сам граф транзакций мы хотим уложить в некоторую цепочку.
Ну вот, как это называется, эта цепочка? Ну, сама цепочка называется леджером, а вот что такое блокчейн, всем известный? Конечно же, ну, я говорил сегодня в начале дня, что в случае реализации алгоритма мультипакса SediRaft нужно батчить все операции. То есть коммитить их не по одной, а вот сразу целыми пачками. Ну вот здесь такая же история. Вот блокчейн — это набор блоков. И каждый блок представляет из себя вот некоторую последовательность транзакций. Вот они друг за другом следуют. Это и есть блокчейн. Никакого особенного смысла в блоке нет. Ну, на самом деле есть. Но вот в первом приближении это такой вот простой батчинг. Когда эти блоки начинают какой-то смысл иметь, ну вот, то есть, можно ли было бы обойтись без них? В общем, нужно представить себе всю конструкцию, тогда можно будет ответить. Там есть вот очень тонкие нюансы, которые как раз позволяют идентифицировать в том числе предыдущую транзакцию просто ее хэшом. Почему мы надеемся, что эти хэши будут уникальны? Ну, в общем, мы хотим такой блокчейн строить. Что у нас есть? Вот у нас есть сеть. Ее можно представить как такой большой пруд. В ней есть участники, которые выполняют разные функции. Вот есть совсем легкие участники, которые хотят просто, не знаю, переводить деньги или получать деньги. Они не хотят заниматься обслуживанием этого блокчейна. Его же нужно реплицировать сейчас. Он не будет жить где-то в центральном банке, он будет жить в умах отдельных узлов. Так вот, есть легкие участники, которые просто пытаются использовать систему. Они могут генерировать транзакции. Вот им в ум приходит какая-то транзакция T1, там T2, T3. А есть участники, которые консенсус обслуживают в том смысле, что они вот занимаются, они решают, они хранят этот лог, этот блокчейн, и решают, какой же блок будет следующим. Значит, что происходит? Вы, как клиент, генерируете транзакцию. Вот вы, Боб, хотите потратить деньги. И начинаете в сети ее раздавать. Ну, каким-то гостепротоколом. То есть у вас есть какие-то случайные собеседники, вы им рассказываете, они рассказывают дальше, и так вот это волнами все расходится. Вот. Ну, так же делает и любой другой клиент, у которого есть транзакция, которую он желает выполнить. Каждый узел, который занимается обслуживанием консенсуса, он у себя в уме держит набор транзакций, про которые он слышал и которые еще не попали в блокчейн. Он их у себя копит и в какой-то момент решает, что ну вот, достаточно, можно положить их в новый блок. То есть в какой-то момент вот этот узел, он у себя собирает блок, который выглядит как вот T1, пусть T2, T3, T4. Вот, и у него есть желание разместить этот блок здесь. Но этот узел не единственный, есть и другие узлы. Они могут собрать те же самые транзакции в другом порядке. Либо же они могут увидеть другой набор транзакций, потому что просто желающих слишком много. Вот, короче говоря, у вас есть участники системы, и у них есть собственное желание, этих участников уже меньше, гораздо. У них есть вот желание добавить в блокчейн новый блок. Но теперь нужно решить задачу, которая удивительным образом похожа на консенсус. То есть нужно договориться, какой же блок будет следующим. Как это можно сделать? Вот должно быть очевидно, что нет. Что мы не можем, потому что весь дизайн системы основан на том, что вот к вашей системе легко присоединиться. В ней нет никакой готовой статической жесткой конфигурации.
вы можете прийти и стать новым узлом, который хранит в себе блокчейн и служит его репликой. И может предлагать новые блоки, может тоже голосовать в некотором смысле. Вы систему так никакие рамки не загоняете. Поэтому готовые протоколы не подходят. Они все оперируют понятием кворума большинства какого-то. Вот в том виде, в котором это понятие было, его применять больше нельзя. Потому что кворум, он завязан на просто готовую статическую конфигурацию. Мы поэтому и говорили про переконфигурации в мультипаксах, что вы не можете просто так добавить новый узел, потому что кворумы поедут, перестанут пересекаться. И вообще, кто даже, если брать мультипаксис, кто лидер, кто выбирал, какой блок будет следующим? Не блок, там команды или пачка команд. И в рафте, и в PBFT, и в оптимизированном мультипаксисе любом у вас есть выделенная роль лидера, который, собственно, и выбирает, кто же будет следующим. Поэтому можно было бы среди этих участников, которые накопили себе разные блоки транзакций и хотят ими продолжить блокчейн, попросить этих участников выбрать между собой лидера, и он будет все назначать. Что? У нас система еще византийская к тому же. Мы про это совсем забыли. Это еще осложняет дело. Но мы же в PBFT как-то это обходили все. Нет, мы все-таки с праймари было немного проще идея. Мы там говорили, что праймари передается по кругу, эта роль. Так, чтобы eventually корректный участник мог все-таки что-то полезное делать. Потому что если у вас здесь какой-то византийский участник есть, он может генерировать блоки, которые ему нужны, и игнорировать все остальные команды. Мы явно не хотим этого допустить. Нужен какой-то способ, который позволит всем транзакциям, которые в сети есть, eventually в блоки попасть и быть закомиченными в блокчейн. Не закомиченными, про это отдельно. Мы как PBFT делать не можем. Потому что у нас нет статичной нумерации на всех этих участниках, которые обслуживают репликацию лога. Их вообще динамический набор. Для того, чтобы выбрать среди них того, кто положит в блокчейн следующий блок, нам потребуется иной механизм. А именно мы разыграем право добавить следующий блок в лотерею. Как эта лотерея устроена? Вы все знаете, конечно, как она устроена. Чем бы вы ни занимались, вы слышали такой механизм, как proof of work. Смотрите, в чем идея? Вы Алиса, и вы хотите отправить письмо. У вас есть какой-то почтовый сервер. Хорошо, вы берете и отправляете его. Теперь вы не Алиса, а спамер. И вы хотите отправить миллион писем. Почтовый сервер этого не хочет. Он хочет сделать так, чтобы вам это было дорого. Например, он... придумал следующее. Давайте вы за каждое отправленное письмо будете платить, секунды процессорного времени. Если вам нужно одно письмо, и вы Алиса, вы потратите его и не заметите. Если вы спамер, вам нужно миллион писем отправить, то это уже будет для вас дорого. Вопрос. Как почтовому серверу убедиться, что вы действительно потратили это процессорное время, прежде чем отправить письмо? Предлагается... Загрузить, да, нужно потом это проверить. А можно даже сделать так, чтобы сама Алиса загрузилась без помощи сервера. Да. Загрузить в смысле ты задачу какую-то даешь. Мы не будем давать конкретную задачу. Мы дадим общую задачу, и Алиса сама для себя ее составит. Участники договариваются о, во-первых, хэш-функции криптографической, во-вторых, о параметре D. У Алисы есть письмо M. Алиса берет это письмо и берет какую-то случайную добавку, которая называется nonce, и хэширует эту пару. Получает
ну, какой-то хэш в виде там, 256 бит, ну, там, строчка из 64, там, 16 личных чисел. Задача Алисы в том, чтобы в этой строчке, которая выглядит случайной, потому что у нас хэш-функция криптографическая, если вы там меняете один бит, то там по там, аваланш-эффекту у вас там половина битов на выходе переворачивается. Так вот, задача Алисы — подобрать такую добавку, которая бы привела к тому, что в итоге хэш начинается с d нулей. Ну, вот у вас всего 64, здесь нужно получить из них d нулей первых. Ну, d, потому что это сложность. Как такое добавку искать? Ну, ответ более-менее никак. То есть вы можете просто ее перебирать, и никакого способа лучше у вас нет. Ну, по крайней мере, в это все верят. Ну, конечно же, зависит от того, скорость вашего поиска зависит от того, на каком оборудовании вы все это делаете. Если вы делаете это там, на простом процессоре, то вы вряд ли хороший спаммер. Вы можете купить какое-то специализированное оборудование. Но вот все равно вам придется делать некоторый перебор и просто ждать, пока эти нули выпадут. После того, как эти нули выпали, вы отправляете письмо и прикладываете этот нонс. Почтовый сервер теперь не напрягается. Он хэширует эту пару, эту конкатенацию и проверяет, что сложность соблюдена. Он знает, что у Алисы не было способа найти этот нонс быстрее, чем перебор. Значит, она потратила некоторое время. Ну, это D подбирается из расчета, там, из предположения о вычислительной мощности Алисы. Ну вот, из этой идеи можно построить лотерею для нашего блокчейна. Каким образом? Ну вот, вы составили новый блок. Вы хотите, ну, у вас там есть внутри транзакции. T1, T2 и так далее, какая-то TKT. Этот блок хочет прицепиться к другому блоку. Вот на него у вас есть ссылка. Эта ссылка, она из себя что представляет? Ну, как мы на транзакции ссылались? Мы ссылались хэшом. Вот на блоке мы тоже будем ссылаться хэшом. Значит, у вас есть хэш-поинтер. Это адрес предыдущего блока в блокчейне. У вас есть набор транзакций, которые вы снова хэшируете. И ваша задача теперь подобрать такой нонс, что хэш от вот этого хэш-поинтера, сконкатенированного с хэшом транзакций вашего блока, сконкатенированного с нонсом, даст вам заветный d нулей. Вы захешируете и получите вот d нулей, потом знаки вопрос. Ну, тут сразу можно подумать, откуда взялся параметр d? Это же какая-то магическая константа. И было бы странно, если бы она задавалась фиксированно на входе, потому что у вас, очевидно, скорость решения этого пазла зависит от количества участников системы, точнее, от их кумулятивной вычислительной мощности. И вот ясно, что этот параметр нужно регулировать. Но в нас это не поместится сегодня, скорее всего. Но участники его динамически регулируют, действительно, вот сами по себе. Никакой лидер для этого им не требуется. Ну вот, значит, каждый участник, который хочет добавить в систему новый блок со своими транзакциями, должен найти решение такой задачи, должен найти нонс. Вот эта задача называется пазлом. Почему пазлом? Ну, потому что она бесполезна. То есть она... Участники тратят процессорное время, и само решение, оно для вот человечества не имеет никакой ценности. Оно нужно только для того, чтобы кто-то выиграл первым.
Вот. Ну, то есть они вот роют землю, все участники, которые, у которых есть блок в надежде найти вот этот золотой самородок. И он является доказательством того, что действительно ваш блок можно прицепить к блокчейну. То есть это еще одно криптографическое доказательство того факта, что вот ваш блок B' следует за конкретным блоком B. А, можно вопрос? Да. Его количество по какому-то закону просто увеличивается D или? Да. Просто, да, D должно подбираться так, чтобы блоки, чтобы участники находили решение пазла вот во всей этой глобальной сети с фиксированной частотой. Там раз в 10 минут должен появляться один победитель. Ну и, по крайней мере, мы к этому стремимся. Тут в разные стороны можно от этого отходить. Ну, кто мешает тебе найти решение пазла через одну миллисекунду, потому что ты вот закрыл глаза, ткнул и вот внезапно попал. Другое дело, что ты не можешь так делать постоянно. В среднем у тебя должна быть частота там, появления блоков там, раз в 10 минут. Ну вот, значит, это тоже своего рода доказательство того факта, что вот у тебя два блока связаны друг с другом. Хорошо. Ну вот такая лотерея, кто-то находит этот нонс, выигрывает и, значит, имеет право добавить блок. Ну, это же не означает, что победитель ровно один. Может получиться так, что... Тоже можно стирать, наверное. Может случиться так, что у вас есть два участника, они находятся где-то в разных концах глобуса, и они оба нашли решение пазла. У них есть свои блоки. У них они разные, с разным набором транзакций, и каждый нашел свой нонс. В итоге у вас была такая вот цепочка. И получилось, что в ней сразу два продолжения. Ну вот они по-своему правильные. То есть каждый из них получен честной процедурой поиска нонса. Никто никого не обманул. Такая ситуация называется форком. Наименьше в каком смысле? В смысле определенного отношения порядка. Ты не можешь его, как византийский узел, склонять в свою сторону. Наверное, могу. Но если византийских узлов не большинство в системе, то этого не должно быть проблемой. Ну, тут еще есть такой нюанс, что у тебя участники, они вообще говоря, не знают про два блока. Они что? Они не обязательно даже знают про два блока. То есть вот ты нашел этот блок и вот раздаешь его. Вот, другой участник раздает другой блок. И, ну вот, когда-то они, конечно, пересекутся. Вот, но пока там ты знаешь только свой и, в принципе, уже можешь продолжать искать следующий за ним. Да, и ты на хэш блока не можешь напрямую воздействовать. Ну, на самом деле можешь, конечно. То есть ты можешь строить такие блоки, то есть ты можешь подбирать такие транзакции в свой блок, которые бы приводили к тому, что у тебя хэш будет... Нет, решение пазла, и решение пазла, оно получается какое-то случайное. Ну, да, вот это тоже правда. Но вот в такой модели нам достаточно даже, что пусть каждый участник майнит свой блок.
В смысле, не свой блок, а пусть каждый участник вставляет в блокчейн тот блок, который он получил раньше. Вот, то есть ты вот здесь получил блок B штрих первым, ты вот поставил его в свой блокчейн. Здесь получил блок B раньше, поставил его в свой блокчейн. Проблема с переделением в том, что если, допустим, я нашел блок с очень маленьким приоритетом, я могу никому о нем не рассказать, все будут работать дальше, а потом вдруг рассказать, и все видят, что вдруг... Да, вот это правильная идея. Но вот эта идея про то, что не рассказывать про блоки, она вообще очень... полезные для византийских узлов, они могут этим систему ломать даже вот в таком случае. Но, правда, им уже чуть сложнее будет. Ну вот, значит, у вас разделились голоса. Есть fork и два продолжения валидные. Что делать? Нужно между ними выбрать. Ну, слушай, монетку нужно бросить как-то сразу всем. Это сложно, я про это говорил сегодня. Разделяемую монетку делать сложно. Нет, нужно принять какое-то локальное решение, очень незатейливое. Ну, давайте просто продолжать строить блокчейн. Процедура решения этого пазла называется майнингом. Мы, собственно, ищем этот самородок, копаем землю, чтобы поставить новый блок. Ну вот, у нас мир разделился. Вот какую-то границу нужно нарисовать. Вот в этой, пусть, примерно половине. Ну ладно, вряд ли половине. Скорее всего, кто у вас не слишком равномерно, сеть разделилась на два сегмента. В одном сегменте вы верите, что первым был предъявлен блок B с правильным нонсом. Во втором сегменте меньшего размера вы думаете, что вот B-штрих был найден первым, вы поставили в блокчейн его. Вот. Ну и продолжаете, собственно, искать следующий блок. Вот эта часть ищет продолжение этой цепочки. А эта часть вот этой цепочки. То есть вот эти ищут здесь, а эти ищут здесь. Но если у вас сеть разбилась вот ровно пополам, то не очень приятно. Но если у вас вот в таком разбиении, такое разбиение все-таки неравномерное, то есть какая-то половина оказалась больше, то весьма вероятно, что продолжение для своей цепочки, вот для вот этой, они найдут быстрее. Но просто потому, что здесь вычислительных мощностей больше. Ну, я так условно рисую, здесь все-таки непонятно, что значит площадь. Ну, вот пусть площадь означает процессорные мощности. И вот в этом случае продолжение вот этой цепочки будет найдено скорее. Ну, на самом деле, конечно, как повезет, может быть, снова здесь окажется раньше. Но можно было бы ожидать, что вот чаще победа будет на этой стороне. И если уже в первом случае участники нашли решение пазла одновременно, то вот здесь уже, скорее всего, раньше появится решение в этой половине. Вот, и этот следующий блок, B1, B2. И вот B2 уже будет распространяться быстрее и, скорее всего, распространится на большую территорию, пока эта половина, эта часть будет искать все еще продолжение этой ветки. Ну и баланс сместится еще сильнее вот в эту сторону. То есть теперь уже еще большая часть сети майнит эту ветку, ну, какой-то маленький кусочек, если он все-таки успеет, найдет решение здесь, будет майнить это. Но в конце концов, вот какая-то доля участников, какая-то ветка подавит другую просто своим процессорным временем. И все будут верить вот в это. Они всегда принимают цепочку по длине. Нет, длиннее — это не совсем верный критерий. Нет, как раз-то мы можем в этом убедиться легко. Но что же нам мешает? У нас каждая пара, каждая такая ссылка, она же... Она не
верифицируется просто нонсом. Вот у нас есть нонс, мы можем проверить, что давайте блоки сцеплены. А дальше у нас получается просто индуктивное рассуждение. Мы можем сказать, что это следует за этим и так далее. Ну да, мы не можем убедиться в том, что она следует от нашего корня. Ну, корень есть, правда. Вот у тебя есть некоторый стартовый блок, который называется Genesis блоком, и он просто зашит в протоколе. Там его хэш, он зафиксирован. Ты не манишь вообще с нуля, у тебя вот есть общая стартовая точка. Ты об этом спрашиваешь или? Нет, я про то, что эта цепочка, она когда-то была порождена из B-штук. Честно, у нас из B-штрих пока ничего не породилось, потому что этот сегмент сети был слишком маленьким, слишком... Мы держим у себя блок, который не валидный. Во-первых, понятие валидности блока, ну, почему он не валидный? Он продолжает эту цепочку в эту сторону. А, в смысле, что делать, если ты майнил вот эту цепочку, а потом оказалось, что больше, ну да, ты переключаешься на нее. А те транзакции, которые вот в этом заблокированном блоке, они как-то теряются, что с ними происходит? То есть, вот. Может, они валидны, или мы этими деньгами больше пользоваться, правильно? Это правильный вопрос. Ну вот, раньше у нас был лог, и вот он коммитился периодически, ну то есть мы проходили через консенсус и вот фиксировали, что вот в этом слоте лога находится вот такая-то операция, она закоммичена, потому что лидер собрал кворум, сообщил это нам, мы теперь все об этом знаем, можем применить все к автомату. Вот здесь, ну, явно, когда возник форк, вряд ли транзакция закоммичена. В какую сторону все это качнется? А закоммичена ли вот эта транзакция, которая в блоке B1 находится сейчас? С большей вероятностью. Ну, в определении коммита у нас вероятности не было, все-таки у нас... И в рафте, и в паксосе коммит был абсолютным. То есть мы там постоянно доказывали, что если значение закоммичено, то оно больше не изменится. Оно переживет там все смены эпох, все что угодно. Вот здесь никакого понятия коммита нет. Ну, потому что если вдруг окажется, что вот здесь очень счастливые люди находятся, и они, ну или не знаю, они изобрели новый компьютер, и вот решили, могут майнить быстрее. Или у них много денег, они купили много железа, и они могут майнить теперь гораздо быстрее. Они могут майнить эту цепочку, независимо от того, что им предлагают другие. Собственно, византийские участники, они не следуют протоколу. Они не майнят короткую цепочку, они майнят вот свою, которая им нравится. И майнят очень быстро. В какой-то момент эта цепочка становится очень длинной, обгоняет эту. И все корректные участники должны переключиться на нее. В этот момент вот эта ветка истории, она становится уже не главной. Она из истории пропадает. Соответственно, эти транзакции, они уже блокчейну, которая вот самая длинная ветка, не принадлежат. Ну вот у нас теперь нет понятия коммита, да. Вот в этом мире это называется финалити. И мы не понимаем, когда транзакция все-таки окончательно находится в блокчейне. Ну, потому что никогда. Ну, теоретически, это, конечно, абсолютно фантастический сценарий, но вот пусть у вас уже есть очень длинный блокчейн, и вы решаете майнить, ну, вот с самого начала вообще, или с какого-то момента. Ну, если у вас очень много вычислительных ресурсов, то вы вот майните с какой-то позиции, обгоняете всех остальных, ну, вы как византийские участники, и отменяете всю предыдущую историю, которая за вами следовала, но параллельно вам шла. Вы пришли позже, но при этом все откатили. Звучит не очень надежно. Ну, сейчас мы про это поговорим. Нет, все хорошо. И по разным причинам, не только по причине алгоритмической. Ну вот, вернемся к этому моменту. Как у нас голосование происходило за одну из цепочек? Мы голосовали, ну, не просто голосами, как там в Paxos или в Rafte, потому что у нас теперь число участников вообще там переменное, их может быть сколько угодно, и византийский узел может платить там новые адреса, новые компьютеры, все что угодно. Мы голосовали процессорным временем. То есть участников у нас физически может быть сколько угодно, но мы их отображаем в их процессорное время, в их вычислительные мощности, а эти мощности уже ограничены. И
выигрывает та цепочка, не которая там большинство собрала, а которая собрала вот большую половину процессорного времени, процессорных мощностей. Ну вот. Почему, значит, неправдоподобная ситуация, когда кто-то берет и вот майнит издалека и все отменяет? Ну, во-первых, потому что у какого-то этого участника должно быть внезапно очень много вычислительных мощностей. Ну, с чего бы вдруг? Если у вас майнеров очень много, ну, то есть узлов, которые обслуживают этот консенсус и ищут решение пазла, то вряд ли вы их сможете побороть. Но даже если сможете, что это означает? Ну, для вас, как для византийского майнера, который вот это все сделал. Да ладно, больше работы, ты денег кучу в это закопал. Ну, во-первых, никто не майнит на домашних компьютерах уже, это вот очень нерационально. Чтобы эффективно майнить, нужно покупать специализированное оборудование, там прям вот эволюция этого оборудования была. То есть, чтобы эффективно майнить, вы должны найти процессор, который умеет делать одну вещь. Он может вычислять эффективно композицию SHA-256. Вот он умеет делать только это и очень быстро. Вот вы идете на фабрику, которая занимается этим оборудованием, и покупаете у них такое вот железо. Но вы, ну нет, но это нерационально экономически. Поэтому, видимо, ты представляешь, что твои инвестиции окупятся. Но если вдруг ты внезапно решишь построить альтернативную историю, ну или устроить какой-то double spend, то есть потратить одну и ту же монету дважды, сначала в одной ветке, потом отменить, построить другую ветку, то ну, что случится с деньгами-то, с этой валютой электронной? Ну, она обесценится, да. А зачем вам много валюты, которая ничего не стоит? Ну, то есть у вас есть много железа, за которое вы заплатили, а теперь у вас есть много денег, которые ничего не стоят. Поэтому были опасны майнинг-пулы, которые пытались набрать больше 50% вычислительности. Лет 5-6 назад были такие новости. Ну, сейчас майнинг-пулов больших таких настолько нет, чтобы они прям за половину. Ну, это просто некоторая тревога. То есть не то, чтобы они обязательно это будут делать, но вряд ли люди... Ну, пулы — это вещь сложнее, потому что пул — это все-таки не то, чтобы группа византийских узлов одна большая. Пулы — ты к ним присоединяешься добровольно. Они просто тебе задачу дают. Но вот все равно есть участник, который вот очень тяжелый. Ну и да, здесь такая же, ну, похожая угроза, как в случае там, с обычными алгоритмами. Если у вас есть много слишком сбойных узлов, ну, в обычном смысле много — это значит больше половины либо более. Здесь много — это в смысле процессорного времени. Вот если таких много, то они могут алгоритм сломать. Алгоритм не византийских, с не византийскими сбоями они могут заблокировать. Алгоритмы типа PBFT, они могут просто сломать произвольным образом. Ну, здесь, если у вас вдруг есть участник, есть византийский участник, который контролирует больше 1/2 вычислительных мощностей, то это означает, что он может действительно переманить любую историю в пределе. Другое дело, что он не станет этого делать, потому что, ну, да, он может формально сломать консенсус ваш, но в то же время его экономические соображения останавливают от этого действия. Если он, конечно, психопат безумный, как Джокер, ну, наверное, он мог бы это сделать. Что? Если он пользуется системой, ему нецелесообразно. Но если это какое-нибудь правительство, которое заинтересовано в том, чтобы положить криптовалюту, вполне себе да. Ну, окей. Да, если ты злодей, то ты можешь это все сделать, но это дорого. В таком виде это дорого. И вообще говоря, вам не требуется половина узлов. Вот это называется почему-то атакой 51%, хотя, ну, зачем вам целый процент лишний? Вам достаточно просто больше 1/2. На самом деле можно лучше. То есть, ну, это некоторый аналог оценки там n больше 2f, n больше 3f. Для биткоина, значит, существует такая атака, которая называется selfish mining, ну, точнее, не атака, а стратегия, которая говорит вам, что вы можете до поры до времени, если вот вы такой маленький пул, ну, маленький, у вас есть 1/4 вычислительных мощностей. Не такой уж и маленький, огромный пул вообще-то. Но все-таки не половина. Так вот, если у вас четверть
вычислительных мощностей есть, то вы можете действовать не по протоколу, таким образом, что вы будете получать больше выигрыш, чем действуя корректно. Что такое больше выигрыш? Ну, ты будешь с какой-то частотой находить блоки. Ну, там, ты же иногда, твой пул будет иногда довольно часто находить решение пазла раньше других. Вот, я понял твой вопрос. Непонятно пока, да. Хорошо. Давай отложим этот вопрос, потому что пока непонятно, откуда взялось понятие выигрыша. Хорошо, тогда давай про него поговорим. Хотя стой, что же делать продавцу хот-догов, который принимает биткоины? Если ты покупаешь хот-дог, то, в общем, у тебя беды никакой нет. Ты посылаешь в сеть свою транзакцию, какой-то участник, который занимается репликацией, ее подбирает, добавляет свой лог, запихивает в блокчейн, eventually. Ну, кто-то запихивает ее в блокчейн, и вот, как бы, твоя задача выполнена. Ты перевел деньги, сделал все, что мог. А что делать продавцу? Ну, продавцу нужно надеяться, что его не откатят, действительно. Вот продавец готов, скажем, подождать час и дождаться, пока за этот час ваш блок с вашей транзакцией накроет еще несколько блоков. Ну, потому что, я напоминаю, D подбирается таким образом, чтобы там каждые 10 минут появлялся еще один блок. Ну вот, вы не верите, что может появиться альтернативная цепочка, если вы построили цепочку там из 6 блоков уже. Вот ее не перемайнят. То есть вероятность этого вы оцениваете как ничтоже низкую и принимаете такую транзакцию. То есть вы свой физический хот-дог отдаете за вот эту электронную транзакцию. Транзакцию могут откатить, хот-дог вы уже не вернете, понятно. Но вот вы после этого готовы сделать. Ну тут можно какую-то такую смешную аналогию с рафтом углядеть. Ну там же тоже коммит был, когда накроют сверху, но здесь вот тоже сверху накрыли, значит припечатали. Вот вы собираете длинную цепочку, и все. Значит, верите, что транзакция здесь какая-то закомична. Ну, смотрите, что выходит. Мы строим с вами электронные деньги. Вроде бы даже построили в каком-то приближении. Можно задать себе вопрос, а при чем тут вообще деньги? Вот важно ли это или нет для биткоина? Но, может быть, можно эти деньги выкинуть, транзакции выкинуть и оставить просто вот сам протокол. Никто не будет тратить ресурсы на... Ну да, вот вы хотите получить деньги. Деньги должны обладать стоимостью. Вот из чего складывается стоимость этих денег? Вот чем она, на что она опирается? Она опирается на протокол этого консенсуса, на вот протокол репликации этого блокчейна. Именно то, что вот у нас есть такой вот лог, который не часто трясет. Если там форки образуются вот каждую минуту и там постоянно отменяются транзакции, вряд ли вы сможете поверх этого построить надежную валюту. Никто не будет ей доверять. И невозможно будет просто пользоваться, ничего оплачивать. Поэтому вы надеетесь, что ваш лог будет стабилен. Вот вы построили такой лог и придумали правила, ну вот коммита, который позволяет вам этими деньгами пользоваться. От чего зависит, насколько у вас стабилен лог? Ну, лог можно перевернуть, если у вас очень много вычислительных мощностей. Ну, количество участников, сложность майнинга адаптируется. Сложность майнинга, давай считать, что она просто вот, она постоянная, ну, она зависит, это просто функция от вот, набора участников. Зависит от майнеров. Вот если у тебя много добросовестных майнеров, которые следуют протоколу и майнят самую длинную цепочку, и ничего втайне не майнят, как вот эти товарищи, то значит, лог будет стабильно расти, там мало что будет откатываться, а значит и валюта можно использовать как средство платежа. Вопрос только в том, зачем же майнеры в этом участвуют.
Ну вот да, нужно чем-то мотивировать майнеров, потому что если они, конечно, могут закапывать свое процессорное время вот просто в землю, тратить электричество, тратить деньги, но для этого они должны что-то получить взамен. Они должны получить другие деньги. Но другие деньги у нас есть, и вот они. Значит, что мы делаем, чтобы этих майнеров мотивировать? Зачем они вообще ищут решение пазла? Они не потому, что они альтруисты и хотят консенсус решить. Они хотят получить эту валюту, стабильность которой они обеспечивают. Как они этого добиваются? Как они получают валюту? И, кстати, да, у нас же проблема. Мы, казалось бы, если забыть про это, мы, казалось бы, все решили. Ну вот мы исключили центральный банк для хранения лога, мы исключили удостоверяющий центр. Но была еще одна деталь. Да, вот деньги никто не выпускал, мы их просто двигали. Ну, от никого, но кто-то же должен ее положить в блокчейн. Кто будет ее класть туда? Любой участник. Надо просто, видимо, задачу посложнее. Ну вот, мы это все дело совместим. Мы скажем, что в каждом блоке, значит, у нас есть там кэш-поинтер, у нас есть хэш от транзакций, там, у нас есть этот нонс. И вот у нас есть транзакции, которые мы насобирали как майнер от других пользователей. А есть еще специальная транзакция T0. Она называется Coinbase Transaction. И вот ее функция — это, собственно, эмиссия новых монет. Вот майнер блока в качестве первой транзакции помещает туда транзакцию вот такого вида. Входа нет, есть только выход. Ну и выход, видимо, это адрес того майнера, который блок нашел. И это содержательный момент, потому что, смотрите, что могло получиться, когда мы блоки майнили, когда мы делали лотерею. Там был один изъян, про который мы забыли. Вот представьте, что у вас много майнеров. Они слушают остальных участников, ловят их транзакции. И получилось так, что у большого количества майнеров транзакция одна и та же. Набор транзакций один и тот же. Они сделали один и тот же блок. В чем проблема? Если блоки у них одинаковые получились. Ну, лотерея не сработает. Они будут одинаковым кодом искать решение одного и того же пазла и одновременно его найдут. В итоге у вас, ну ладно, это, наверное, не очень страшно, потому что все решения будут одинаковыми. Но по факту у каждого участника в итоге свой блок. Свой блок, потому что у каждого участника своя первая транзакция, которая переводит деньги ему самому. В пулах не так. Участники могут объединяться в пулы, но зачем объединяться? Потому что у каждого участника мизерная доля всех ресурсов. Он никогда не выиграет. Вот. Но если представить себе идеальный мир, то в этом идеальном мире все майнеры действуют независимо, и все майнеры помещают в качестве первой транзакции выплату денег самим себе. Ну как, это просто первая транзакция в блоке. Вот она здесь находится. И тут написано какой-то... Что? Они таким образом себе просто деньги создали. Да. Ну, непроизвольное число все-таки. У вас есть некоторое расписание, по которому генерируются деньги. То есть вы знаете, что вот сейчас нужно разрешается выплачивать себе такое-то количество монет. В биткоине эмиссия ограничена. Там 21 миллион монет можно всего выпустить. И выпустили, кажется, уже там больше 80%, под 90%. И там вот график, он как бы убывает экспоненциально, то есть там каждые сколько, пару лет, комиссия уполовинивается, кажется. Вот. Но именно эта комиссия, она поначалу и заставляет майнеров участвовать в протоколе, искать решение пазла. Что же делать, когда деньги закончатся? Ну просто в протоколе зафиксировано, вот за то, что написал, 21 миллион. Неизвестно почему. Нельзя все 21 миллион. Нет, ну можно. Ну в какой-то, то есть у тебя со временем... Ну, она будет близка к нулю уже. Да. То есть тебе будет нецелесообразно участвовать в этой... Ну ты будешь, да, тратить больше, чем зарабатываешь. Ну что-то он не растет пока. Вот, приз уже падает. Что делать? Там выхода именно расходы
Ну вот, если вы помните, в начале, когда мы говорили про транзакции, мы сказали, что у них сумма входов не обязательно равна сумме выходов. У вас вот здесь вот сумма может быть больше, чем здесь. Так вот, все излишки уходят победителю. Тому майнеру, который эту транзакцию в блок добавил. Соответственно, когда майнер видит, что комиссия, что приз маленький сейчас, тяжелые времена. Ну, давайте я не буду любые транзакции добавлять. Я устрою аукцион за право попадания в мой блок. То есть у кого эта дельта больше, кто нам готов больше дать вот эту вот комиссию на помещение себя в блок, того мы будем проталкивать. Если мы победим, то вот мы излишки заберем себе. Ну, конечно, поначалу всего этого не было. Ну, в том смысле, что вот сначала майнил Сатоши, он был один, он забирал себе огромное количество биткоинов, и никакой устойчивости этого лога не было. Но, с другой стороны, атаковать его не было смысла, потому что валюта ничего не стоила. А вот про первую транзакцию чуть-чуть непонятно, она разве не должна хвост присоединяться? Что? Нет, эта транзакция, она входа не имеет. Но она генерирует деньги, она не может, она не перемещает их. Что? В смысле, что тебе должен быть первый блок? Но он есть. Но вот у тебя просто есть вот такой хэш со звездочкой. Он спустился тебе с неба. Ну, то есть, точнее, Сатоши его вот написал тебе. И это отправная точка. То есть любой блокчейн биткоина растет из этого хэша. Что? Они соединяются через хэшпоинтер. Ну как? Ты ищешь нонс, который учитывает хэшпоинтер. Хэш предыдущего блока. Это важно, потому что ты же живешь в византийском мире. Вот ты пришел и хочешь себе блокчейн забрать. Откуда ты его... Всего блока считается. Ну, хэш считается... Ну, там хэш от заголовка. Но в заголовке у тебя есть хэш от транзакции, кумулятивный какой-то. Нет? Вообще, как продавцу хот-догов понять, что клиент оплатил транзакцию? Клиент оплатил этот хот-дог, закоммитил транзакцию. Продавец хот-догов не будет же у себя держать блокчейн гигантский. Он поэтому держит только заголовки, и ему другие реплики могут доказать, в смысле криптографически, что транзакция принадлежит какому-то блоку. Вот цепочку заголовков он может скачать и верифицировать, что вот нонс впадает, вот там нонс правильно доказывает принадлежность, ну, связку двух соседних блоков и так далее по индукции. А дальше ты еще можешь доказать, что у тебя и транзакция в этом блоке содержится. Это вот через деревья Меркла делается. Там несложная идея, но не помещается. Кстати, значит, из-за того, что в сети должны существовать узлы, которые могут всю историю сохранить? Да, это интересный момент. Потому что, смотрите, проблема та же самая. Ну, самое время поговорить. Все, что не уместилось, ну, извините. Тут можно бесконечно говорить про все это. Какие-то связи можно углядеть между вот предыдущими алгоритмами и этим, потому что задача византийского консенсуса — это все-таки задача византийского консенсуса, несмотря на то, что Сатоши Накамото там про это не писал. И тут какой-то другой алгоритм получился, вот не похожий на предыдущий. Вот в чем между ними разница? Связи тоже достаточно. Ну, скажем, у вас по BFT не было выбора лидера, вы передавали его по кругу. Вот здесь механизм, ну, в чем-то похожий. Вы передаете не совсем по кругу, просто случайно, потому что круга нет, потому что круг постоянно расширяется. Но вы просто берете вот случайный узел и полагаете, что довольно часто там будут узлы не византийские. Ну, в смысле, источником очередного блока будет не византийский участник. Вот, но тут вы выбираете случайно или какой-то порядок перебираете, но не в смысле статической конфигурации, вот просто первый, второй, третий. Вы опираетесь только на вычислительные мощности, устраиваете лотерею через них.
Но, в принципе, алгоритмы похожи. То есть просто выбрать случайного, потому что случайно никогда не сможет быть византийским. Ну, случайный узел не сможет постоянно быть византийским. Блоков. Да. В первом варианте мы как майнер получаем, допустим, новый коин, да, и мы создаем новый блок. Да. А вот в случае, когда у нас закончились какие-то новые коины, и вот мы берем фи вот за операцию, то есть у нас в первом качестве Т0 будет вот этот фи, или как это получается? Ну там Т0 какой-то будет, который тебе какую-то бесконечно дробную долю биткоинов будет перечислять. Вот. Но выигрыш твой не в этом будет. Ну, наверное, когда-то это обратится в ноль, когда точности не хватит машинного слова для всего этого. Но это какие-то технические детали уже. Ладно, поинт в том, что вот выбор лидера в чем-то похож на PBFT. Ну, то есть сначала мы выбирали его в рафте каким-то разумным образом, у кого там самый длинный лог. Вот в PBFT мы уже не можем так делать, потому что непонятно, как обеспечить невизантийность лидера. Вот, а здесь мы доводим этот предел, эту идею до крайности, и просто выбираем случайного. Случайного в смысле процессорного времени, с помощью него выбираем. Ну, а дальше голосование тоже с помощью процессорного времени происходит. То есть мы снова припечатываем, ну, мы снова продолжаем ветку, верим в ветку, в которую верит большинство участников. Ну, а большинство здесь уже не в смысле фиксированной конфигурации, не в смысле какого-то кворума, а в смысле вот снова вычислительных мощностей. То есть мы сколько участников не знаем, поэтому мы их отображаем вот в процессоры. И берем большинство в терминах уже процессоров, а не вот участников, которые там сообщениями обмениваются. Ну, а идеи, в принципе, чем-то похожи. Что мешает биткоину использовать кворумы? Ну, понятно, что мешает. Мы сказали, что у нас система динамическая, туда может присоединиться кто угодно. Мы состава участников не знаем, никакой majority собрать не можем в привычном смысле этого слова. Хорошо. Вообще вся идея биткоина, вот протокола работы, мы запускаем транзакции в сеть, аккумулируем их в блоки, потом устраиваем консенсус. Это очень похоже на сведение Atomic Broadcast, собственно, задача консенсуса. Там мы тоже флудили сеть сообщениями о том, что у нас вот есть какая-то команда, а потом договаривались, какая же будет следующая с помощью консенсуса. Ну вот здесь все очень похоже. Другое дело, что вот мы потеряли эти кворумы, потеряли конфигурации, поэтому нам кажется, что все иначе. На самом деле не принципиально разница. Если усугублять связь, то вот можно подумать вот о чем. У вас в репликации с автоматами, с рафтом и паксосом могла быть ситуация, когда автомат в память не вмещался, его нужно было шардировать. Если вы шардировали, то вам нужно было делать транзакции над этими шардами. Но здесь такая же ситуация. Пусть у вас блокчейн настолько большой, что он перестал помещаться в кого-либо. Ну, давайте сделаем несколько блокчейнов, несколько параллельных историй. Ну, иногда потребуем, чтобы вот транзакция начиналась там в одном блокчейне, завершалась в другом блокчейне. Ну, либо у вас есть, не знаю, вообще две криптовалюты разные, там биткоин и какой-то альткоин, и вы хотите одно на другое поменять. Вам снова нужна транзакция между блокчейнами. Ну, то есть задача такая же. Она, правда, в этом мире называется Atomic Swap. Но, тем не менее, она есть. И вот, да, Херлихе сегодня упоминался. Вот слышали ли вы это имя? Морис Херлихе. Это человек, который написал, который вообще-то придумал понятие линеризуемости. Этого достаточно. Так вот, он книжку написал про многопроцессорные системы, очень крутую. Так вот, он, кажется, в прошлом или позапрошлом году написал вот очень милую статью про Atomic Swap, про то, как делать вот такие транзакции между блокчейнами. Что еще? Что еще общего? Ну, общая граница, вот все эти n больше 2f, n больше 3f. Вот здесь как будто бы... Ну вот есть такая атака, и есть еще selfish mining, который про четверть. Да, вот ты спрашивал, что значит премия. Вот в этой стратегии участники могут действовать рационально и выигрывать, скрывая
найденные блоки выигрывать больше, чем они выигрывают, когда будут просто честно майнить. То есть их много, их целая четверть, они будут находить новые блоки не каждый раз, но часто. И получать премию. Но если они будут действовать немножко иначе, отклоняясь от протокола, который предписан клиентам биткоина, они смогут выигрывать больше. За счет чего? За счет того, что они как бы знают, что есть следующий блок уже, у них цепочка длиннее, а остальная сеть майнит старую цепочку. Она отстает и майнит другую. В нормальной ситуации ты бы рассказал им, и они бы уже переключились. А ты молчишь. Вот. И как бы майнишь вперед. Если тебе дважды повезло, то вот вообще здорово. Ну а так ты просто у них отнял время лишнее. То есть ты как будто бы виртуально так понизил их мощность, увеличил долю своих мощностей. Вот. Ну и там идея такая, что если у тебя вот есть столько узлов, то ты можешь майнить так, что вот ты будешь выигрывать чаще, чем честный участник. Поэтому к тебе будет выгодно присоединиться, ну и в конце концов ты наберешь половину, ну и вот. С известными последствиями. Ну что ж, вот примерно такие аналогии с консенсусом. Но на этом история не заканчивается. 2008 год, сами понимаете. И сейчас над классическими алгоритмами почти не работают на самом деле. Ну, потому что там уже раскопано, ну, вот буквально все. Никто не пытается придумать новый рафт, ну, потому что все, уже успех этот не повторить. Зато с византийскими отказами на них бросились буквально все. Ну, и вот если вы хотите этим заняться, то нужно смотреть в эту сторону. Не в сторону рафтов. Ну, давайте закончим. Если есть вопросы, то можно обсудить уже после.